по вашему мнению, в этой провинции? Мы туда направили наши войска по просьбе руководства Сирии, законное. Все остальные там находятся незаконно и тем более проводят воинские операции. Британия, США, Франция, Турция и так далее. Все это коалиция так называемая. Поэтому с правовой точки зрения мы имеем все основания там быть. И мы единственные там сможем обеспечить уничтожение всех террористов. А это самое большое скопище террористов в истории человечества. Там юг, тепло, людей сотни миллионов. Поэтому нет проблем с людскими резервами. Питание все растет. Вот бананы, ананасы, орехи, тут, как говорится, проблем не будет. Дороги великолепные. В колониальный период и последние десятилетия, когда было много нефти, там отличные дороги. Связь современная. То есть они могут вести эту войну десятки лет. Поэтому мы вынуждены будем там находиться столько, пока не уничтожим последнего боевика. Афганистан не получится. Мы оттуда уйдем с победой. И Европа, и Америка. Это будет общая борьба с общим врагом.